В общественной приемной депутата Госдумы Александра Хинштейна представители инициативной группы родителей. Они пришли выразить свое несогласие с планируемым слиянием Самарского энергетического колледжа с Поволжским строительно-энергетическим и переездом с улицы Самарской в здание на улицу Ташкентскую. В областном министерстве образования и науки считают, что объединение необходимо для исключения дублирующих специальностей. На базе одного из учреждений на улице Ташкентской планируется расположить объединенный колледж. Здесь будет создан современный студенческий кампус, включающий общежитие, производственный мастерские, столовую, спортивные и досуговые площадки. Сейчас в Поволжском строительно-энергетическом колледже идет ремонт. Тем временем некоторые родители учеников Самарского энергетического колледжа опасаются, что к началу нового учебного года работы завершить не успеют и считают, что в объединении нет необходимости. Безусловно, проект, который предлагают, он интересен с точки зрения государственной пользы, с точки зрения образования. Но проект абсолютно не продуман, полностью не готов сейчас. В Министерстве образования говорят об открывающихся возможностях в плане федерального финансирования и приводят в пример другой объединенный колледж, подчеркивая, что привлечь деньги для развития материально-технической базы удалось благодаря слиянию. Вот сейчас посмотрите, на что мы получили средства. Вы посмотрите на это. Самый крупный колледж в области, ПГК. А почему? Ему дали эти средства на профессионалитет, потому что концентрация студентов, программ, направлений... Директор Самарского энергетического колледжа Ольга Смагина объединение поддерживает, как и по ее словам, большая часть педагогов. Основная масса педагогов при выдвинутых условиях сохранения заработной платы, педагогической нагрузки, предоставления комфортных условий для организации образовательного процесса высказалась о том, что эта идея интересна, они ее поддерживают, и если такое решение будет принято, они готовы работать в объединенном учреждении. На совещании собравшимся так и не удалось прийти к компромиссу. Необходим четкий поэтапный план действий, который устроит и педагогов, и родителей. Я, как один из вариантов, вижу возможность взять тайм-аут в течение года, за этот год подготовить кампус к перемещению туда уже студентов Самарского энергетического колледжа, сделать это все поэтапно, плавно, чтобы у людей было четкое понимание завтрашнего дня и перспективы. Решение о дальнейшей судьбе двух образовательных учреждений будут принимать областные власти. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События.